В городском доме культуры провел лекцию старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря города Москва протоиерей Артемий Владимиров. На встречу с известным проповедником, писателем и педагогом пришли духовенство и прихожане Славянского благочиния, педагоги, студенты и ученики образовательных учреждений, жители района. Отец Артемий закончил Московский государственный университет, получил также и духовное образование. Он духовник Алексеевского женского монастыря города Москвы. Он автор многих книг, статей, радио и телепередач. И заслужил уважение у людей, для которых православие не пустой для сердца звук. Он считает, что нет большей радости, чем делиться тем, что знаешь, с другими. И эти искренность и серьезность сразу чувствуют люди. За то, что ты воспитал в себе это радостное восприятие жизни, и ты готов каждый день сказать: остановись мгновение, как прекрасен этот мир. Бог не дает вам постареть душой. Господь Бог, увидев признательное сердце, вливает в тебя новые жизненные силы. Отец Артемий уверен, что слово, идущее от сердца к сердцу, самое главное в воспитании детей. Он сам получил хорошее воспитание и образование и считает, что можно и нужно дарить детям самое лучшее. Я вот, дорогие друзья, считаю себя счастливым человеком. Счастливым потому, что меня с детских лет окружали взрослые, которые не просто созидали для нас мир общения, но которые умели делиться с нами своим жизненным опытом, которым мы, дети, были интересные. Важная часть встречи – ответы на вопросы из зала. На каждый вопрос протоиерей Артемий Владимиров ответил ярко, образно, интересно. Он говорил о смысле жизни, о любви к ближним, и все это дорогого стоит. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».